Активно голосуют белорусы и за рубежом. В Париже работает избирательный участок номер 118. В здании посольства Беларуси в столице Франции могут голосовать и граждане нашей страны, проживающие в Испании и Португалии. Кто еще сегодня голосует в Париже, мы узнали у председателя участковой избирательной комиссии Алексея Панферова. Голосование в Париже проходит на избирательном участке номер 118, который находится в здании посольства Республики Беларусь во Французской Республике по адресу 38 бульвар Сюше. Особенностью посольства Беларуси во Франции является тот факт, что мы по совместительству выполняем функции белорусского дипломатического представительства в Испании и Португалии. Таким образом, белорусские граждане из Испании и Португалии также могут принять участие в голосовании. Гражданам Беларуси, которые по каким-либо причинам не смогут принять участие в голосовании сегодня, была предоставлена возможность досрочного голосования с 6 по 10 октября. Так, в пятницу 9 октября в посольстве проголосовали преподаватели и студенты Белорусской государственной академии музыки, которые находились в Париже в рамках концертного тура, посвященного празднованию 250-летия выдающегося композитора Михаила Клеопаса Агинского. Процесс голосования в белорусском посольстве в Париже организован и проходит в соответствии с белорусским избирательным законодательством. Участок открылся в 8 часов утра. На связи из Парижа был председатель участковой избирательной комиссии Алексей Панферов.